И в завершении нашего интервью мы рассказываем зрителям, что же нужно сделать. Если вам понравилось наше интервью, если вы хотите встречаться вот в таком формате, подписывайтесь на наш канал на Рублевке на Новой Риге Лайв. И обязательно ставьте ваши реакции, а также поднимайте ваши пальцы вверх, и вас ждет много всего интересного. Самые актуальные новости наших районов читайте на сайте rrdefislife.ru и в социальных сетях на Рублевке Риге Лайв. Не забывайте оставлять комментарии, кого бы вы хотели видеть в наших следующих выпусках. С вами был Илья Кремер. Цените свое время. До скорых встреч.